Привет! Как оспорить задолженность по ЖКХ? Рассмотрим с вами ситуацию. К примеру, в вашей новой квартире отсутствует ремонт. Никто не проживает, водоснабжение и электричество не подведены. Как подтвердить этот факт для суда, чтобы оспорить задолженность? Вам необходимо обратиться в управляющую организацию с заявлением о комиссионном обследовании квартиры. После того, как будет принято заявление, необходимо согласовать день и время, в которое вы сможете обеспечить осмотр квартиры комиссии с участием специалиста-техника. После обследования квартиры будет составлен акт в двух экземплярах, в котором будут отражены результаты осмотра. Если установить, что в квартире нет коммуникаций, отвечающих за подачу воды и электричества, вы вправе подать заявление на перерасчет начислений. Указанный акт вы можете также предоставить и в суд при оспаривании задолженности, как доказательство необоснованного начисления. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.